Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. В прошлой передаче мы с тобой поговорили о том, что такое есть демократия, откуда она пошла. Выяснили, что управляет так называемая элита, у которой есть имущество которая может иметь рабов, то есть те, кто работают на эту элиту, у которых есть деньги, которые можно давать в рост или на которые что можно делать, и может быть там еще национальный вопрос у этой элиты. Выяснили, как правильно проводить выборы, чтобы они были настоящими выборами, а не просто фикцией шоу имени Копперфильда. Сегодня о чем мы с тобой поговорим? А сегодня давай уже поговорим не про мнение там каких-то очередных британских ученых, как там где-то что-то устроено, а, и это мнение нам навязывается, а про то, про то, что было у нас. То, что к нам пришло, то, что нам известно о том, как была устроена система народовластия на нашей Руси, Матушке. Вот про это поговорим. Хорошо. Напомню, что в прошлой нашей встрече мы разобрали некоторые виды управления странами различных строев и выяснили, что так называемой державности нигде не упоминается вообще. Вот я ни в одном учебнике державности не встречал. Вот другие виды строев от каменного века, общинного какого-то там в каменном веке, представлены через феодализм, монархизм там, и так далее, и тому подобное. А вот державность вообще не упоминается. Слово «держава» есть, но несколько в ином качестве. Теперь давай же рассмотрим а как у нас вообще проводились выборы? Кто имел право в выборах участвовать? И были ли это выборами? Давай начнем с твоего мнения. Как ты думаешь, как у нас, исходя из своих знаний, как у нас выборы были организованы? И назывались ли это выборами? Ну, на данный момент сначала вот даже с чего хочу начать ответ на твой вопрос. Я начинаю видеть подмены касательно смысла слов и наполнения определенных вот этих вот образов этих слов, которые со временем произошли у нас в народе. Сейчас мы это воспринимаем, что так оно и есть. Вот сейчас на что у меня внимание обратилось, на какой момент? Вот сейчас люди обычно сравнивают власть вот туда проникновение во власть на какую-то должность с тем, что он на этом месте сидит и, так сказать, кормится. То есть у него есть какие-то поблажки, то есть, как это есть фраза-то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку и так далее. То есть он становится как бы над каких-то моментах над законом и он может определенными воспользоваться своими связями вот в этой структуре власти, сделать так, чтобы, обходя вот какие-то определенные моменты, у него материальный достаток или какие-то еще дополнительные блага увеличивались. И он именно с таким посылом, вот как бы люди туда идут. И то есть вот, вот такой у меня почему-то образ Может, конечно, он ошибочный. И дальше люди, стараются как бы проецировать вот то, что происходит сейчас на то, что происходило раньше, они начинают тоже предполагать, что скорее всего, наверное, и раньше была такая штука. И вот, например, есть слово, да, боярин. И, наверное, вот у меня не так давно тоже было мнение такое, что это вот такой вот ранешний чиновник, который, соответственно, сидел там на таком тепленьком местечке себе там каким-то образом дополнительно с народа тянул, тоже обходил вот на тот момент написанный закон и увеличивал на вот этом теплом гнездышке свое благосостояние. А на самом деле-то наши слова, они же получаются образные. И слово это не только слово, а это такой смысл, как бы то, какую обязанность и какую ответственность это слово налагает. И когда вот я услышал от тебя вот такую расшифровку, как Бо Ярин, это Бо Ярый муж. То есть он не сидел в теплом э, кресле, да? А это были те витязи, которые первыми шли вот на врага. И останавливая его, рискуя, так сказать, своим, своим животом, как раньше так говорили, своей жизнью рискуя за нашу Русь-матушку, и не где-то там в кресле умные ходы придумывая, как там законы ВТО вступить или еще куда а именно напрямую. И поэтому вот с этими подменами, которые нас сейчас э, внедрили, вот нам сейчас надо разбираться, чтобы потом не было, что мы ссылаемся на мнение на каких-то там иностранных или ученых вроде бы наших, но которые кормятся на иностранные деньги, как... Э, человек, который начинает рассуждать, он понимает, что если ты зависим от кого-то, то ты начинаешь действовать в интересах того, от кого ты зависим. И тогда уже мнение о том, что здесь твое мнение может быть правда, а не мнение того, от кого ты зависим. Вот тут надо об этом тоже нам с тобой обсудить. Теперь по поводу твоего вопроса заданного о том, как у нас происходило. Опять же, на данный момент это я могу сказать только вот с тех слов, которые я обсуждаю с тобой и что-то вот еще попутно где-то изучая, слышал. У нас получается так. На Руси ответственность человека, когда он шел во власть, была не в том, чтобы набить себе кошель, а именно в служении. То есть полностью противоположное отношение. Человек был слугой от народа на разных уровнях, выбирающийся народом. И вот он именно служил. Его народ на это дело ставил. Он ответственен перед народом. И, соответственно, если что не так, с него и народ спрашивал. Это происходило, я так понимаю, по-разному. Но опять же, мудрость в чем заключается, да? Прежде чем ты что-то транслируешь вовне, какой ты замечательный там управленец там, или какой ты замечательный семьянин, а ты докажи сначала своим примером, что это так. И вот то, что я слышал, когда мы с тобой это обсуждали, через тебя информацию, через других источников, получается, что э, к управлению государством уже подходили люди с опытом. Это были мужчины, у которых взрослые дети. Причем не по принципу, как у нас сейчас родил одного ребенка, да, там воспитал и, а там именно хозяйство, крупные семьи, много детей, дети уже выросшие и уже у детей свои семьи возникли. И вот уже такие мужчины, они по сути, как это назвать там, ну они уже вот этого своего рода наставник, так сказать, уже над ним еще есть там наставник его, отец и там отец отца, но он уже для вот своих вот этих сыновей подросших, дочерей подросших, которые уже свои семьи, он уже является наставником, который своим примером показал, что у него семья в достатке, его дети в достатке. Соответственно, вот этот образ жизни он не только сам проявил, он уже может его передавать дальше. И вот уже с этих людей выше э, выходили, как это можно назвать-то, ступенька, вот, на которой все выше дальше шло. То есть вот эти мужчины, которые своей жизнью доказали, что они являются мужчинами, они уже выбирали из э, определенного количества, там, по-моему, было десятские, потом сотские. Ну, то есть принцип был такой, 10 человек выбирали, по их мнению, наиболее достойного. Вот первый уровень я объяснил, как туда, кто там был именно мужчина, у которого взрослые дети, хорошее хозяйство, хозяйственник, так сказать. И уже среди этих мужчин выбирался еще более достойный десятский. Дальше, среди этих десятских выбирался еще более достойно то есть при такой системе получается у них у каждого вот эта система э, при которой каждое высшее звено обладает большей мудростью большей о, большим опытом и большим большим как это им верят больше этим людям и вот на каждой высшей ступеньке все более мудрый и мудрый руководитель это сначала это действительно был небольшой уровень, я так понимаю, это там вот деревеньки какие-то, да, или там поместья родовые. Потом, соответственно, уже несколько деревень, там город, да, и так выше, выше, выше. И потом уже вот ты слово употребляешь «ц» арий, да, то есть ц, царь, ар, это вот, кстати, земля, да, а тут «цел». ну, возможно, целая, цельность, сохраняющая вот эту землю, на которой он находится. Тоже как бы образ такой. То есть, по моему, вот, мнение, что вот такая схема устройства народа власти Руси. Если что-то не так, поправь меня, пожалуйста. Да, целую теорию построил. В общем-то, по большому счету, согласен, есть некоторые нюансы, о которых надо здесь поговорить. Все-таки, на мой взгляд, когда идет построение снизу, то тогда то, что сказал, правильно все указано. 10 человек собрались, выбрали командира командиры собрались, 10 командиров выбрали над собой командира, сотник получился, еще дальше тысячник и так далее. И темник, тот, который тьмой 10 тысяч управляет. Но не совсем все так. Не выбирали люди сами себе командира десятского, а он назначался представителями, представителями людей. И, или даже были такие случаи, вот, например, Назначался старший командир, он под себя уже брал сотенного и, и назначал десятского. То есть командир под себя набирал людей, которые, на его взгляд, способны управлять другими людьми, упорядочивать пространство и исполнять волю народа, которую ему поручили достойные мужи. То есть несколько наоборот. Да, про выбор достойных мужей ты правильно сказал. Как правило, это выбирались те, которые в жизни что-то уже доказали, они просто так кричали: Возьмите меня, я хороший. Возьмите меня, пожалуйста, я хороший». Да, вот таких вот не было вариантов. Те, у которых было сильное хозяйство, здоровые дети, их было в большом количестве, кто-то уже из детей обженился, вышли замуж и так далее. Вот он, доказавший, что он может вести свое хозяйство по праве имеющий доверие у людей, призывался на службу в общество. Он становился, например, одним из участников сбора круга или копы. Его призывали уже. И вот эти вот мудрые мужья назначали управителей, которые бы постоянно занимались управлением. То есть Копа, например, не собиралась каждый день, это было не нужно. Копа собиралась тогда, когда нужно было решать какие-то новые важные вопросы. А для того, чтобы на месте решались вопросы каждый день, назначалась система управления. То есть там были вот эти как раз управители, был городовой, был казначей и так далее и тому подобное. Те люди, которые занимались общественной деятельностью. И они были мироеды. Они так, что собрались здесь человек, кого-то избрали. Дальше копы собирались вместе, получалось весь, и там самых достойных также выдвигали для представительства вечи от своей веси. На вече решались важные вопросы, в том числе и с выбором князя. Тот, который не на коне конясь, а тот, который ясно понимает суть вопроса, знает уставы, знает поконы, знает кон, которому все ясно. Тот, который кон держит и не позволяет его разрушать, не позволяет разрушать устой жизни. При нем были бояре, муж боярый, это который и в бою ярый, и от Бога ярый, и который большой, ярый. То есть это атаман, это предводитель, это командир. Как правило, это были представители уже второго высшего уровня варны или третьего уровня варны. То есть руководители, мастера, владельцы, которые отвечали за какие-то вопросы. И вот эта самая боярская дума была при князе. Далее собирались князья и выбирали святейшего князя. Светлейшего князя, еще по-другому его называют. И светлейший князь уже управлял страной, частью державы. Страна – это только часть державы. Он не был государем, он был светлейшим князем на этой части державы. И ему давалась уже держава с нанесенным местом, где он был князь светлейший. Вот то, что в руке он держал. После этого собирались уже светлейшие князья из стран, и из них выбирался Цеарий. Тот, который главный, который этой землей всей управлял. Вот его еще могли называть монархом. И тогда ему державу давали с каким-то обозначением наверху крестика во все стороны. И вверх, и вниз, и вправо, и влево, вперед, и назад. При нем тоже, как и при других князьях и при светлейших князьях, была своя дума боярская, куда выбирали самых-самых лучших. Это уже были представители высшие. Это была уже самая-самая верхушка из третьей варны, которые управляли уже не то чтобы полками, они уже армиями управлять могли в военное время, а в мирное время управляли какими-то серьезными направлениями в жизнедеятельности страны. Производство, сельского хозяйства, сбыта, обеспечения и так далее и тому подобное. Вот как раз все это, оно так или иначе в малом количестве, в искаженном, извращенном, представлено во всех странах, которые идут якобы по демократическому пути, где есть Дума, Рада, там еще что-то, еще что-то. И есть тот, который над ними якобы находится. Но их потихонечку разделили. Сделали вместо Цеария, вместо светлейшего князя, сделали какого-то резидента чего-либо. Бояр уже не выбирают по достоинству, выбирают по количеству денег. Многих туда назначают те, которые имеют денег, для своего представительства в этих самых думах, радах и так далее. То есть, например, вот есть богатый человек, и ну, ему влом там сидеть, задницу просиживать, ему лучше на Мальдивах покататься, там семье куда-то слетать, съездить в свой очередной замок, к примеру. У него хороший бизнес. Он добывает что-либо из земли государственной. Государству отдают какие-то налоги, все остальное распродает, как ему считает, как он считает нужным, как ему подсказывает или совесть подсказывает, если она еще есть. Делится с кем-то там. Но ему тратить время вот на эти все вот там посидки не хочется. И он просто-напросто назначает кандидатов, которым которых он проплачивает, которым он дает деньги, и они занимают место вот в этих вот у... системах управления для того, чтобы его интересы защищали. Вот такая система устроена сейчас. Нехорошо это, неплохо это сейчас есть. Поэтому каждый решает для себя продолжать поддерживать эту систему, то есть вы еще ну, в этой системе согласны быть, вам она еще необходима, или вы хотите что-то другое сделать. Опять же, как сделать? Без революции надо делать, без крови надо делать. Как? Об этом мы говорим, об этом рассказываем. Если кому интересно, то, пожалуйста, приглашаем к диалогу, к разговору. Я готов поделиться всеми знаниями, которые у меня есть. Потому что я знаю, что наверху тоже это чувствуют и понимают, что туда попали люди не из второй, не из третьей варны. Иногда там сидят люди просто конкретные, не знающие, что и делать. Они по каждому вопросу куда-то звонят и спрашивают. Вот тут такой-то вопрос поднимается, о чем мы будем говорить. И какой-то доверенный человек от того, кто поставил этого депутата, говорит, сейчас я посоветуюсь, сейчас тебе все скажу. И этому депутату или объединению депутатов идет установка – делайте вот так. То есть конкретно экономический приоритет какого-то главного человека в этом направлении, он учитывается или лоббируется. Иначе, если бы этого не было, то тогда бы все проблемы с различными наркотиками, алкоголем, табаком, они просто были решены буквально там за один месяц во всей стране. Но они не решаются. Делаются какие-то там финты ушами, что-то там рисуют на пачках, какие-то акцизы вводят. Но это все, опять же, это фикция, это не изменение ситуации. Это фикция. Как все было, так оно и остается. Просто рассказывают, что да, вот все нормально, все хорошо. Никаких нет просветительских программ по поводу того, что делается. Почему? Да потому что как только народ узнает об этом, он перестанет снабжать деньгами тех, чьи интересы лоббируются вот в этих высших органах по всем странам. Итак, система от низу до верху строилась всегда на самоуправлении и на том, что каждый знал, кого он выдвигает. Кого выдвигает, всегда знали. Вот мы живем в одной деревне, меня хорошо знают. И если я достоин быть представителем, то меня назначают, не выбирают, а назначают представителем нашей деревни на сходе деревень, то есть в копу. Если я достоин, если у меня есть компетенция, какие-то знания, то меня копены назначают каким-то, например, управляющим в каком-либо месте и мой голос уже учитывается, но с меня и спрос. Если я достоин, меня уже весь направляет, когда уже несколько коп объединяются вместе. Если я и там достоин, если видишь, что да, человек получает знания, управляет чем-то, руководит чем-то, не ради своего кармана, не ради своей жены, не ради своих детей, а ради общества назначают дальше вечер. Потом дальше княжество, и в конечном итоге можно так стать, если хотите, царем. Но это, это не радость, это служение, о чем ты уже говорил. Служение подразумевает, хочешь, не хочешь, а встань и делай. Неважно, болит у тебя зуб, не болит, выспался, не выспался, делай. И никогда тот, кого назначают, не может свою власть передать по наследству. Вот это основное отличие державности от всех других вариантов управления. Никогда самый-самый достойнейший муж или самая-самая достойнейшая жена не имеет права передать по наследству какую-то систему власти управления. Только назначение, даже не совсем выборность, назначение. Выборность – это другой вариант. Копены собрались, и они выбирают достойного на какую-то должность, десятского, сотни и так далее. То есть командир приходит, вот он тысячник или темник, приходит, говорит, я предлагаю кандидатуру вот это, вот это, вот это, потому что вот это тут вот делает вот это хорошо, вот это, вот это, вот это делать хорошо вот так. Посидели копены, говорят старшины, да, все кандидатуры важны, а вот этого замени, потому что не видится, не готов он еще. И тот обязан подобрать другую кандидатуру и на утверждение отправить. Все, всех утвердили, все, Городовой утвержден, казначей утвержден, эти, эти, все утверждены, старосты и так далее. Каждый занимается своим делом. Вот это выборность. А назначение ⁇ это когда вот сначала тебя назначают, иди сюда, мы тебя назначаем. Ты представитель народа, мы тебя назначаем. А вот дальше уже управляй, по управляй. Вот что такое державность. Вот так вот существовали, жили. Какие-то еще у тебя замечания, вопросы, предложения есть? Ну, вкратце, обобщу, а ты скажешь так, не так, и закруглимся. Получается, значит, отличие основное какое? Современного подхода к пробиранию во власть это скорость, своя личная выгода. А в державности это именно служение, причем так система мудро выстроена, что ты на, на нужном месте находишься и это подтверждает твое окружение. Если ты не соответствуешь этому месту, причем неважно в какую сторону, в сторону того, что ты не дорос или перерос, то эта система помогает тебе переходить на, ну, на тот уровень, который ниже, допустим, тебе соответствует, или наоборот, уже ты выше уровень тебе соответствует. Вот этот момент получать. И еще какую штуку, что я сейчас увидел. То есть получается идеальный вариант, наверное, действительно, говорят, истина посредине. То есть идеальный вариант это и глава державы такой, что он может эту структуру в те места, где она еще не проявлена, внедрить, но ее внедрить так, что уже на низовых уровнях этой структуры уже население само могло самоорганизовываться, выводить в управленцев, в наставников самых достойных. То есть, по сути, это взаимосвязь. И она мудрая. Если как бы главы пока нет, то она может снизу создать этого главу. Или наоборот, глава может создать вниз. А в идеале, конечно, и то, и то взаимодействие. Так я это понимаю или нет? Благодарю. Ну, в общем, наверное, да. Здесь надо учитывать, что основное отличие державности от того, что есть сейчас, практически по всему цивилизационному, цивилизованному миру, это самый-самый достойный ориентируется на самого-самого малообеспеченного в той державе или в той части державы, за которой он ответственен. То есть князь, если он настоящий князь, он никогда не будет жить в хоромах, если рядом с ним люди, которые из его рода племени, его земляки, будут жить в грязи. Настоящий князь живет так, как живут самые-самые простые люди. У него интерес поднять этих людей, развить этих людей, чтобы они жили очень хорошо, в достатке, чтобы они были светлы в мыслях, чтобы они понимали, кто они на земле, помнили свои корни, развивались так, чтобы родам было хорошо. От этого будет сильная страна, сильное общество, сильная держава. И тогда князю будет житься лучше по всем параметрам. И с точки зрения спокойствия, и с точки зрения физики, и с точки зрения обеспечения. Вот какая корысть у князя. Вот какая корысть у жреца, потому что жрец точно так же себя ведет всегда ориентируется в державе по самому неимущему, потому что он отражает те недочеты, которые допустили бояре, князья, жрецы, в конце концов. И исправление этих недочетов, исправление этих ошибок влечет улучшение благосостояния и физического, и умственного, и духовного, и душевного у каждого человека, живущего в державе. Отсюда держава крепнет. И тогда проблем меньше в державе. Не нужна охрана, не нужны пятиметровые заборы. Все тебя любят и уважают. Ты простой человек. Ты ходишь без охраны по улице. Ты одет в то же, во что и одеты обычные люди. На тебя никто не зарится. Никто на тебя пальцем не показывает. Никто в тебя камнем не кидается. Ты живешь в достатке, точно таком же, как и живут все остальные. Хочешь, чтобы лучше жил? улучши достаток простых людей. Как это сделать? Вести образование. Вести, ну, более высокий уровень образования. Вести более высокий уровень миропонимания. Чтобы люди стремились к чему-то более высокому. Чтобы технологии были не разрушающие, а улучшающие. Чтобы они были природные и естественные. Вот какая цель у любого державника. Поэтому и выбирали всегда. И нам стоит выбирать тех, которые именно думают с этой точки зрения, мыслят с этой точки зрения и действуют с этой точки зрения вот для тех целей, которые были обозначены. Вот что такое державность. Державность – это когда каждый ради державы и держава ради каждого. Дать возможность каждому человеку достичь того максимального уровня, который ему предначертан по рождению. От рождения, что ему дано, то он и должен достичь. Это цель державы. А цель цивилизации совсем другая. Это всех привести в одно какое-то, скажем так, измерение, разделить винтики, гаечки, бунтики, шпунтики и так далее – чтобы это были взаимозаменяемые детали в какой-то единой машине, которая служит каким-то целям без учета надобности вот этих винтиков и шпунтиков. Вот это основное отличие. Предыдущие передачи мы разобрали строи, по которым живут современные общества, откуда они появились. Разобрали, что такое выборы, современные и какие выборы по идее должны быть. А в этой мы укрепили закрепили это понимание, что никакие выборы анонимными быть не могут. Надо выбирать всегда того, кого ты знаешь, и выбирать в открытую. Я такой-то такой-то, выбираю того-то того-то, потому что вот он такой-то и такой-то. Только открытые выборы с подтверждением своего голоса могут быть начальным этапом в трансформации цивилизации в державу. И это будет выгодно тем, кто сейчас управляет страной, потому что меньше придется бояться того, что малообеспеченные и обездоленные люди в конечном итоге подкараулят кого-то и дадут по башке. Надо думать о том, чтобы жить без страха. Достатка хватит всегда и всем. Просто уйдите от цивилизационной парадигмы. Поймите, что выгодно так жить это я обращаюсь к управляющим. Вернитесь в человеческое состояние. Верните людей в человеческое состояние. Вы поймете, что сразу станет жить легче. Вы это почувствуете. Жить станет легче. Жизнь станет веселее и лучше. Жизнь станет проще. Вам не нужно будет корячиться мозгами, думать, как бы что там, где прикрыть, как бы что залатать. Отсюда стянули пятки, оголились, туда натянули, ухо оголилось. Не надо будет об этом думать. Когда все выстроено по естеству, по державности, проблем меньше становится. Вас на руках народ будет носить за то, что вы делаете для народа. Вы будете иметь все, что есть у народа, потому что народ будет богат. Ну представьте, как это классно. Жить без страха, жить в достатке и еще жить в уважении. Когда не надо тратиться на охрану, не надо тратиться на заборы, не надо переживать за то, что кого-то из вашей родни изнасилуют, убьют, ограбят. Но это же классно. Это же здорово. Уверяю, всего на всех хватит. И еще останется, вы будете думать, куда вот это добро дальше девать. У нас уже полно все, закрома полны. Куда все дальше девать? Вот это благоденствие, когда вы не думаете, как бы там нищего утихомирить, кинув ему подачку со стола, а когда вы понимаете, что нет нищих, и не надо думать о том, как кого накормить, потому что все уже устроено, все одеты, обуты, накормлены, у всех, у всех все есть. И всем говорят, спасибо, мой дорогой человек, благодарю тебе, благодарю тебя за то, что ты такой добрый, что ты сделал это все так мудро и хорошо. Включите голову, пока не поздно. Иначе найдутся те, кто эту голову захочет оторвать. Не доводите до этого. Есть сейчас возможность очень быстро и качественно изменить в лучшую сторону. Всем же вам от этого станет лучше. Страна быстро поднимется. И все остальные уже не будут там пытаться что-то делать, потому что невозможно будет против нас что-то сделать. И к нам подтянутся другие. Без силы, без давления, без обмана, в открытую по-нашему, как мы всегда это делали, в открытую. Ну, на сим я с вами прощаюсь. Следующая передача будет уже на другую тему, связанная с выборами. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.